Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Меня зовут Филяев Виктор. Сегодня мы с вами обсудим выход важных экономических новостей и разберем ряд инструментов по техническому анализу. По экономическому календарю сегодня в 16:30 по московскому времени публикуются данные ВВП Канады. В это же время выход блока статистики на расходы физических лиц США. Стоит обратить внимание, также в 21:00 по московскому времени будут публиковаться данные на число активных буровых установок. А теперь давайте разберем ценовые движения и перейдем к техническому анализу. Валютные пары евро-доллар наблюдали мы с вами восходящую динамику. Видно то, что присутствует достаточно сильный уровень поддержки. Находится он на отметке 1.2075, 1.2050. Достаточно сильная зона. Видим то, что она уже себя отрабатывала неоднократно. Поэтому я ожидаю подход к зоне поддержки и можно рассматривать позиции на покупку. По валютной паре доллар-канадец наблюдалась нисходящая тенденция, нисходящий тренд. Но мы с вами видим то, что тенденция была сломлена, был пробит уровень сопротивления. Именно поэтому можно сейчас рассматривать позиции на покупку. По моему мнению, можно провести по предыдущим ценовым минимумам линию тренда. И когда цена подойдет к данной линии, будем рассматривать с вами позиции на покупку. Нефть марки Brent, была восходящая тенденция, восходящий тренд. Сейчас, на текущий момент, мы с вами наблюдаем то, что цена уходит в треугольник. Видим мы с вами уровни сопротивления, которые цена неоднократно отрабатывала. И можно обозначить зону поддержки. По моему мнению, стоит рассматривать позиции при выходе из данной фигуры. При пробое уровня сопротивления будем рассматривать с вами позиции на покупку, при пробое уровня поддержки будем рассматривать ордера на продажу. Валютные пары фунт-доллар. Наблюдаем то, что сейчас цена находится у нас во флетовом накоплении, отрабатывает уровень сопротивления неоднократно и присутствует также уровень поддержки. По данной валютной паре можно рассматривать позицию внутри ценового канала. При подходе к уровню сопротивления будем рассматривать продажи, и при подходе к уровню поддержки будем рассматривать покупки. Также, конечно же, не исключен пробой, и, соответственно, при пробое уровня сопротивления либо уровня поддержки будем рассматривать позицию уже в сторону пробоя. На этом все. Я всем пожелаю успехов на финансовых рынках и до новых встреч!